Здравствуйте, я Татьяна Ивлева, директор консалтинговой компании Retail Service. Приглашаю вас на конференцию, которая состоится 22 апреля и называется «Как увеличить продажи в магазине». На этой конференции я выступлю с докладом, посвященным разработке и внедрению эффективных стандартов качества обслуживания клиентов, а также контролю за соблюдением этих стандартов. Мы поговорим о том, как разработать и внедрить в вашей компании такие стандарты обслуживания, которые будут помогать продавцам увеличивать продажи и повышать сумму среднего чека. Также я поделюсь нашим очень богатым практическим опытом по внедрению и использованию для повышения продаж такого инструмента, как проверки методом «Тайный покупатель». Как всегда, я постараюсь максимально наполнить свое выступление практическими примерами и такими инструментами, которые вы сможете сразу использовать, придя с конференции на свое рабочее место. Буду рада ответить на ваши вопросы, буду очень рада увидеться с вами на конференции.